Ладно, поехали смотреть. Сейчас посмотрим на этот видеоролик, потом начнем уже чекать донаты. Бля, крутая песня вообще про меня. Ха-ха, отсус! Блять, отсус! Я смотрела ей в глаза. Ну, я тоже. Тебя напугали ее глаза? Нет, не глаза, а то, что было там, внутри. В глазах? Да что там могло быть? Отсус. Катя, не придумывай. Ничего я не придумываю. Хочешь знать, что там было? Там была смерть. Смерть, понимаешь? Она хочет меня убить. Пиздец. Катя, не сходи с ума, ты несешь какой-то бред. Не Бред? жалей ни Как о же? чем. Ты просто не понимаешь, что он замышляет. Ты говоришь ерунду, Даша ничего не замышляет. Я с ней разговаривала, она сама не понимает, что с тобой происходит. Как же, не понимает она. Все она понимает, просто придуривается. Если бы ты видела то, что видела я... Пиздец, мы это смотрели же, подождите. Ты кричала, тебя что-то напугало? Я не понимаю. Ава, ну и что дальше было? Потом я присела, чтобы не упасть, но я не кричала. Нет, не но смотрели. Мы слышали. Может быть, я просто... Все-таки упала и ударилась, и поэтому крикнула. Ну, может быть. Конечно. Те, кто падают в обморок, все орут. Правда? Ха-ха! Ну ты тупая, нет, конечно. Тебе надо просто отдохнуть. Ты этой ночью плохо спала. Да и тут было из-за чего попереживать. Да, наверное, ты права. Мне надо отдохнуть. Давай я постелю тебе кровать. Смерть хочет меня убить. Пойдем. Если что, мне сразу звони, хорошо? Спасибо вам, девчонки. Да не за что, пока. Ну, пока. Пока-пока. Ой, нет, стойте. Что? У меня сегодня тренировка. Саш, можешь мне поставить будильник, пожалуйста? А сколько у тебя? В 5. Тогда я на 4 ставлю? Давай на 15:45 на всякий случай. Хорошо. Все. Спасибо, пока. А сама, блядь, не можешь поставить? Перед тобой, нахуй, телефон. Иди-ка сюда. Иди-ка сюда, сейчас я тебе ебальник бить буду. Иди-ка сюда. Скажи, зачем ты это делаешь? Ты не видишь, что ей плохо? Я? Что я делаю? Не кричи, Даша спит. Да ты лучше своей Дашке спроси, что она делает. Я тебе уже объясняла, она хочет меня... Стоп, 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 эту чушь я даже слушать не хочу. Она ведет себя весь день странно. Это ты ведешь себя странно. И вообще, это ты отчасти виновата, что Дашке стало плохо. Да, я? Да, да, да. Да я тут при чем? Я свидетель, а да. А кто устроил истерику? Дашка? Ее глаза, да ничего особенного в ее глазах, глаза как глаза, я с ней разговаривала. Вот именно. А вот то, что тебе мерещится всякое. Ничего не мерещится. Да. Ну, вот ты на секунду, забудь о том, что ты мне говорила, и представь, что тебя обвиняют, черт знает в чем, орут на тебя, чтобы ты ушла, и даже не чужой человек, а лучшая подруга. Вот тебе бы такое понравилось? Нет, но... Да, я знаю, что тебе показалось, что Дашка опасна, но ведь это все просто твои домыслы. Дашка не сделала ничего плохого, тебе просто показалось, попробуй допустить эту мысль. Этот диалог будет длиться пиздец как долго. А, нет, нет, нет. Представь, что это просто твое воображение. Представила. Ну ты закрой ебало. Знаешь, я же видела. Я не знаю. Я почти на 100% уверена, что это просто все твои домыслы. Может, и так. Ну вот ты представь, каково Дашке слышать всякие гадости от лучшей подруги. Неприятно. Вот о чем речь. Ладно, пообещай, что ты забудешь о своих... странных домыслах, и мы будем дружить. Вот в чате. Блять, заебался микрофон задевать. В чате пишет правильный православный человек. Когда кажется, надо креститься правильно, правильно говоришь. Вот пускай она покрестится, да, и все будет хорошо. Ну, я постараюсь. Вот и слава. Вот ладно, и все, нахуй. Отсус нормально, раскидала по понятиям, чисто посадила лохушку на очко. Ох ты, блядь, ох ты. А ты не спишь. Ой, пиздец. Блядь, сейчас скримеры будут.
Я так и знал. А? Данила какой умный, умный, умный. Чёрт, тренировка. Хотя у меня еще больше часа есть. Вот именно. Нихуя, что за рогатка? Что это? Маракасы? Что это? Что? Нихуя себе, отсус. А, не, она же не отсус. Я тоже, хай, подарите мне кто-нибудь такую ленточку, бля, я буду дома бегать с ней, нахуй, счастливый. Ебать, это же как кружок был. Нихуя, нихуя. Это зарядка такая, блядь, ебать. У меня когда столбняк был, я так же себя вел, бля. Не, вот знаете, что интересно? Вот сериал смотрим, а зачем так стараться, блядь. Сейчас она ей маракасом по голове даст, блядь. Привет, как дела? Вот это ты ее, бля, я бы нахуй умер, блядь, вообще от страха. Она маракасов боится, она маракасов, у нее маракасофобия? Она так нелепо пробежалась, бля. Катя, ты куда? Стой! Ебать, хуй догонишь такую, бля. Вот за ней, наверное, парни вообще не бегают, потому что его не догонишь. Смотрите, как она бегает. Катя, сюда! Катя! Катя, стой! Ты куда? Еще раз крикни, чтоб точно, блядь. Я говорю, надо было маракасом ее вырубать, нахуй. Алло! Все пишут, типа, это не маракас, это маракас, блядь! Я шо, по-вашему, тупой? Я вижу, что это маракас, блядь. Не надо из меня дебилы строить. Катя, с Катей не бросай! Она стоит вот... Это же тоже место, отвечай, смотрите, это же тоже место, куда она отбежала от нее, видите? Сейчас. Катя, ты куда? Видите, вот запомните вот это место. Сейчас она ей позвонит. Катя, с Катей не бросай. Это то же самое место. Она стоит напротив нее такая. Катя, алло, не бросай. Че за хуйня? О, бля, у нее гастрит, пиздец. Я ее прекрасно понимаю, когда обостренный гастрит, сидишь просто вот на ходу срешься. Я тоже такой. И до туалета не добежишь, прям вообще вот настолько страшно гастрит. Видите, как она еле-еле идет, пиздец. Я не хочу. Да, я тоже. Всякое бывает, да. На пол ложишься, пиздец. Алло, можешь говорить? Да, могу, а что? Приходи ко мне срочно. О, отсус. Зачем? Ну ты придешь или нет? Ну я не могу, у меня мама ушла с ключами, а мне надо сидеть дома. Вечно ты.
А что случилось? Это когда у меня КС-ка появилась первый раз, я тоже такой... Да не, пацаны, у меня мама тут ушла с ключами, не могу. Это она была, я была права. Что? Ты о чем? Дашка, зря тебя послужил, ну понимаешь, она хотела меня убить. Ты опять? Да, я опять, она хотела меня убить булавой. Ты с ума сошла? Это она с ума сошла, еле от нее убежала. Она ударила тебя булавой прямо на улице? Да. Но булава же тяжелая. Где рана, синяк? Это маракасы, блядь. Шик-шик-шик-шик-шик. Она хотела с тобой станцевать мексиканский танец дружбы, а ты, бля, убежала. Синяк? Не знаю, его нету, но главное то, что она хочет меня убить. Это Катя, ты опять за старое, но мы же договорились. Ты мне не веришь, отцу, да? Отцу с полосатой? Нет, отцу с вот она. А это... Маша, по-моему, ее, не помню, Маша. Неважно, отсутствует это она. Нет, не верю. Ну просто. Я поняла. Ты на ее стороне. Ладно, разберусь без тебя. Что значит разберешься? Неважно, тебя это. Я ее убью! Отцу Саша. Бля, отцу. Мда.